Друзья, как вы знаете, на UFC 194 состоялся титульный бой в среднем весе между Крисом Вайдманом и Люком Рокхолдом, в котором Вайдман потерял титул действующего чемпиона. Это был самый сложный бой для Криса. Доминирование Люка Рокхолда было явным. Он был хорош во всем. Хорошо чувствовал дистанцию, в стойке был великолепен, футворк, борьба, все было на высшем уровне. Вака могут ликовать, ведь геймплан на бой сработал великолепно. Что касается Вайдмана, он был сам не свой. Да, он работал первым номером, но тем не менее, прессинга как такового не было. Где его левый хук, о котором так много говорилось, джиу-джитсу? Было множество моментов, когда он мог переломить ход боя. Но что-то пошло не так. И кульминацией стала роковая ошибка. Как сказал сам Крис после боя, да, я помню тот удар ногой. Он поймал меня. Это был не самый грамотный поступок с моей стороны. Эх, Крис. В общем, остается только ждать и верить, ведь Крис очень перспективный боец. И я уверен, что он еще оспорит титул чемпиона в среднем весе. Озвучено специально для паблика Крис Вайдман ВКонтакте.